Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олександр Амельчук, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії «Опозиційний блок». Добрий вечір. Добрий вечір. І так, Олександр Андрійович. Неожиданный поворот. На пленарном заседании сессии Николаевского городского совета, которое прошло во вторник, наконец избран секретарь Николаевского городского совета. И это известная в городе предприниматель, просто красивая женщина Татьяна Викторовна Казакова. А у городского головы появился новый состав исполкома, пока временный, как обозначено. А в этом составе исполкома новый заместитель городского головы, и это вы. Я, честно сказать, вот не знаю, поздравлять или нет человека, который в такое непростое время приходит в исполнительную власть. Ну, как бы принято поздравлять. Поздравляю вас. Спасибо. Теперь вот то, что называется, такая официальная часть. Теперь то, что называется, к делу. Временный исполком, что это означает? Какой его статус? Дело в том, что, как вы помните, неоднократно депутаты городского совета, в том числе депутаты от нашей фракции и депутаты других фракций, указывали на то, что предыдущий состав исполкома, который проголосован еще составом городского совета прошлого созыва, не является легитимным, либо вызывает большие сомнения. На одном из пленарных заседаний прошлых сессий было инициировано решение об отставке этого исполкома, и с тех пор фактически уже де-факто, ну и, наверное, где-то де-юре, решения исполкома уже не имели законной силы, а вопросы жизнедеятельности, которые решаются на исполкоме, они же продолжают накапливаться. Это, я вам скажу, такие вопросы, как вопросы по детям, допустим, служба детей, которые предоставляют, вопросы предоставления адресов, вопросы изменения там, адресов. Это все то, что каждый день те админуслуги, которые должны получать наши горожане. И в результате отсутствия состава исполкома их накопилось достаточно много, их нужно было решать, и было принято такое компромиссное решение принять временный состав исполкома в составе замов и там буквально еще двух человек, которые вчера провели первое заседание, провели эти вопросы и просто позволили городу не стоять на месте в этих вопросах, а решать их дальше. Временный статус. Временный статус касается, он связан с тем, что еще не принята основная структура, соответственно, не принят основной состав исполкома. Вы знаете, что видение городского головы, видение депутатов, они нечто отличаются от какой должен быть исполком в количественном и качественном составе. Поэтому идут еще вопросы согласования и переговоров. И вот временный говорит именно о том, что он существует до того момента, когда будет утверждена новая структура и утвержден новый уже постоянный состав исполкома. Ну, в принципе, вопрос структуры, он то, что называется, уже на зубах, и не один месяц. Это правда, да. Вот теперь, вот, складывается впечатление, что ситуация разблокирована. Какая перспектива новой структуры, соответственно, нового исполкома, ну, как это по срокам может быть? Может быть, такой прогноз? Ну, во вторник мы услышали от мэра, что он надеется в ближайшие пару недель структуру сделать. Ну, если быть оптимистом, нужно сказать, что, наверное, это займет еще какой-то месяц, учитывая новые обстоятельства, новые направления, которые должны появиться в этой структуре, это нужно проработать. Но то, что вопрос кричащий, и которые нужно решать совершенно вот сразу, это уже, как говорится, ну, все об этом понимают, потому что нельзя существовать в старой структуре в новых условиях. Мы просто теряем и пробуксовываем в тех местах, где не должны этого делать. А вот если возвратиться еще к вопросу вот формирования исполкома в той части, вот, что в какой-то момент зазвучало, что появятся представители политических сил или представители фракций, но как бы не депутаты городского совета, по два от фракции, как-то так звучало в исполкоме. Это сохраняется, это обсуждается сейчас, или этот вопрос уже снят? Дело в том, что ну, такие намерения были и такие вот обсуждения ходили. Однако это спорное утверждение на самом деле. Если мы говорим о том, что должны присутствовать представители фракции, и я не вижу в этом ничего плохого, потому что исполком решает такие же вопросы жизнедеятельности горожан, как и сессия. Поэтому, конечно, фракции должны там иметь представление и понимание, какие вопросы проходят. Но почему по два человека от фракции? Почему такая уравниловка? Я считаю, что надо пропорционально набранным мандатом распределять. Но это опять же, это мое мнение в альтернативу тому мнению, которое было высказано ранее, что должно быть по два. Я думаю, что состав исполкома мы видели на своем веку, как говорится, разный.
при Чайке это был очень представительный орган из уважаемых людей города. Гранатуров сократил его до чиновничьего аппарата рабочего. Я думаю, что истина где-то посередине находится. Вот к этому нужно стремиться и делать оптимальным для того, чтобы он и мог мобильно собираться, и при этом это был орган, который принимал нормальные решения с учетом авторитета и мнения жителей города. Татьяна Викторовна Казакова. Избрана секретарем Николаевского городского совета. Я могу ошибаться, по-моему, эта фамилия так особо не звучала в течение всего года, когда вопрос о избрании секретаря ставился. Несколько неожиданно или нет? Нет, это действительно так. Татьяна Казакова не звучала в таблоидах информационных как основной кандидат. Тем не менее, случилось так. Я от всей души хочу ее поздравить и от себя лично, и от фракции «Оппозиционный блок» с тем, что... И, в принципе, горожан поздравить с тем, что у нас появился секретарь городского совета. Проблема секретаря, так же, как и проблема структуры, она возникла еще год назад. И, конечно же, отсутствие на этой должности человека, который может управлять процессами, оно давало о себе знать. Мы сегодня понимаем, я как депутат хочу сказать, что депутатский авторитет депутатских комиссий, депутатских решений и рекомендаций, он сегодня находится в исполкоме, как говорится, не на том уровне, на котором должен находиться. Не исполняются не только рекомендации, не исполняются даже решения сессии. Вот такой пример могу привести на одной из предыдущих сессий нашей фракции и лидером Игорем Дятловым был инициирован вопрос прозрачности бюджета. Просто для того, чтобы выставили в интернете объемы денег, фирмы, которые осваивают, и результаты, которые мы получили. Вот. Мы об этом говорили, ну, если я не ошибаюсь, еще в мае, в июне. Ну, до сих пор этого решения нет. Решения нет, потому что нет человека, который защищает депутатские интересы, вот, который контролирует то, что решат депутаты. Сегодня этот человек появился, сегодня у этого человека есть все для того, чтобы он это делал. Ну и мы рады приветствовать, что Татьяна Казакова заняла должность секретаря городского совета. Мы надеемся, что у нее все получится, чего ей желаем. Но это представитель иной политической силы, не той, которую представляете вы. Оппозиционный блок, тем не менее, за нее голосовал. В оппозиционном блоке было сформировано мнение, и мы считаем, что оно было достаточно логично и понятно всем, что политическая сила, которая взяла практически половину депутатских мандатов в городском совете, при том, что мэр является представителем другой политической партии, имеет право претендовать на эту должность. Мы с этим прожили год. Мы себе не изменяли и предлагали свою кандидатуру на эту должность. Так сложились обстоятельства, что на сегодняшний день не так важна уже кандидатура, как важна, в принципе, эта должность в качестве работоспособной единицы в Совете. Вот она сегодня появилась, и мы ее приветствуем, еще раз говорю. Нам не важно партийный окрас, важно, чтобы был настоящий секретарь городского совета, который бы занимался вопросами депутатов и вопросами взаимодействия депутатов и чиновников горосполкома. Ну, ваш приход в исполнительную власть. Ну, я не знаю, не могу не спросить, зачем вам это надо? Это, пожалуй, самый главный вопрос, который последние два дня звучит в обращениях ко мне. Я вам скажу следующее. Прежде всего, хотел бы начать с того, что вот Александр Мельчук, как представитель оппозиционного блока, он остается быть Александром Мельчуком. Он не поменял политические взгляды, он не вступил в партию «Самопомощь», он остается верен тем позициям, которые есть. И это не изменится, не зависит от каких-то там регалий. Об этом было сказано напрямую всему составу исполкома, замам и городскому голове. При этом, при всем, я хочу сказать, что мы с вами уже неоднократно в этой студии говорили о том, что мы оппозиция конструктивная. Да, так сложилось, что мэром стал не наш кандидат, за которого мы боролись, Игорь Дятлов. Но при этом, при всем, мы должны понимать, что жители города Николаева от этого не должны страдать. Мы всячески год работали над тем, чтобы защищать интересы наших избирателей. Мы понимали, что что-то у нас получается, что-то не получается. Но если вспомнить наш главный тезис, с которым мы шли на выборы, это программа «Теплый дом». Мы понимали, что здесь мы год стоим на месте в связи с тем, что действующая власть не воспринимает эту программу как работоспособную и нужную для города, воспринимает как там пиар-проект избирательной кампании. В конце концов, было на фракции принято решение войти в структуру исполкома, заняться непосредственно этим направлением и выдать в ближайшее время уже результаты для того, чтобы горожане увидели, что такое теплый дом, как он выглядит, какая от него польза городу и имеет ли вообще эта программа право на жизнь. Ну, об этом уже чуть ниже. Но вы сегодня заместитель?
Сегодня я заместитель городского головы. С правом подписи? С правом подписи, с процедурой спецпроверки. Какой круг вопросов, собственно, до вот утверждения новой структуры, какой круг вопросов ну, непосредственно в вашей компетенции? Дело в том, что структура вот существующая, она сформирована таким образом, что все управления замыкаются на каких-то замов. И, в принципе, до ухода Алифира, как бы исполняющего обязанности первого зама, все вопросы были расписаны. После этого отдельные направления, как-то коммунальная собственность, допустим, там квартирное дело, управление экономикой, оно было разбросано по другим замам для того, чтобы оно, ну, имели возможность управления работать. Сегодня так и осталось. Сегодня я заместитель городского головы, который задекларирован на вопросы энергонеэффективности, но в существующей структуре этого направления нет. Есть отдельно по отдельным направлениям в департаменте ЖКХ, в управлении освиты, допустим, в медицине, какие-то вопросы, связанные с этими вопросами. Но централизованной вертикали нет, ее стоит сформировать, и чем я сегодня, собственно, уже активно занимаюсь. Вопрос вот все-таки оппозиционности. Ну, понятно, что вы можете задекларировать это. Ну, собственно, вы подчиненный теперь Александра Федоровича. Ну, вопрос, в конце концов, субординации. Я как-то не очень себе допускаю, что возможна такая жесткая критика, например, с вашей стороны в адрес городского головы, либо коллег по исполкому, как это было совсем еще недавно. Мы же помним, сессия по львовскому мусору, она вот еще, то, что называется, все, что было сказано, звучит еще в ушах. Вы знаете, кто следит, наверное, за моими политическими высказываниями, позициями, тот не даст, как говорится, мне соврать и подтвердит ту точку зрения, которую я сейчас выскажу. Я никогда не критиковал огульно. Когда есть за что критиковать, ну, извините, когда это... Но вы же теперь член команды. Входит в разрез с моим мнением, я за словом в карман не полезу. И вы это прекрасно знаете. Да, сегодня есть... В конце концов, ГЗОТ, который обязывает выдерживать субординацию. Однако есть и понимание, что заместитель городского головы, который курирует это направление, должен заниматься этими вопросами и брать на себя за них ответственность. Вот за этим, собственно говоря, я пришел. Все, что касается политических моих предпочтений, они остались прежними, и все будет так, как было. Знаете, у нас вот вы тут ранее так немножко апеллировали к нашему опыту, ну, скажем, вот прошлых каденций. Так у нас вот есть прекрасный опыт Романа Александровича Васюкова, когда молодой, перспективно мыслящий, готовый работать человек пришел в структуру исполнительной власти и все. И, собственно, на тот момент действующий городской голова просто обрезал все возможности для реализации, собственно, того, с чем он пришел. Ну вот так вот все и тогда и получилось. Вполне возможно повторить сейчас его судьбу или нет? Ну, я надеюсь, я, во-первых, не совсем с вами согласен. Я думаю, что Роман в период своего, в период каденции, когда он был заместителем городского головы, сделал достаточно много и реализовал. Да, не все, наверное, не все, но реализовал достаточно много, ему сегодня не стыдно смотреть людям в глаза. Однако... Безусловно, ему не стыдно. Я вот, собственно, о другом, о том, как вышестоящее руководство. Да. Однако, конечно, границы есть, и тогда границы были очень сильные, и он всячески пытался их, как говорится, раздвинуть, и в меру сил у него это получалось. Сегодня вся уникальность ситуации заключается в том, что направление, по сути, нужное, необходимое и правильное, как показали последние наши зимы и отопительный сезон, но его нет в структуре. Поэтому нет границ, если нет еще сформированного направления. Все это только будет набирать ход, и я думаю, ну, я думаю, что ни один чиновник и городской голова не сможет ставить рамки там, где, ну, неразумно их ставить. Ведь кто сегодня будет против выступать того, чтобы мы там делали экономное потребление энергоносителей и меньше платили за энергоносители? Никто, я думаю, не скажет, что сегодня это глупая идея. Сегодня этим нужно заниматься, сегодня это нужно продвигать, экономить деньги городу и проводить программу «Теплый дом» в действии. Также не могу не спросить, ну, собственно, в партийной структуре это вы тоже такой человек, ну, то, что называется на виду, депутат городского совета с опытом, один из спикеров оппозиционного блока. У партии есть кем вас заменить, вот, собственно, в этой работе? Это же тоже работа.
Я понял вопрос. Человек, который будет заниматься энергоэффективностью, уже, наверное, думаю, будет тяжело совмещать просто физически. Да, вы знаете, ну, у каждого человека есть, как говорится, среди прав и свобод некоторые здесь преференции. Да? У меня есть преференция там, исповедовать ту религию, которую я считаю правильной. У меня есть преференция придерживаться тех политических взглядов, которые я считаю правильными. Вот. Вместе с тем хочу сказать, что партия «Оппозиционный блок» не просто повезло, это будет неправильное слово. Это не везение, это просто результат долгой работы и кадрового, как говорится, правильной кадровой политикой. У нас достаточно скамейка запасных, у нас очень много молодых, талантливых ребят, которые вполне уже сегодня являются полноценными спикерами, полноценными локомотивами определенных идей. И вот, если уж позволите, мы заговорили за это, кто говорит об обновлении власти, ну давайте посмотрим на составы фракций и скажите мне, у кого еще более новая, как говорится, состав фракции, чем партия «Оппозиционный блок». Потому что у нас очень много молодых ребят, которых мы отобрали в свое время, которые стали депутатами, которые сегодня приносят максимально эффективную деятельность, на своих округах проводят. И я спокоен за то, что в партии всегда будет кому сказать правильные вещи, высказать конструктивную критику, в том числе и по работе профильного заместителя по энергоэффективности. Как вот теперь процедура сложения полномочий депутата? Это же тоже там какая-то процедура? Да. Время, какие-то сроки? И кто зайдет на ваше место? Есть процедура определенная. Я абсолютно точно уже сказал и хочу еще раз повторить о том, что в жизни нужно для себя выбирать, быть депутатом, либо быть чиновником. Совмещение – это неправильно. К сожалению, у нас есть примеры, которые в нынешнем составе совета существуют, но при этом всегда возникает конфликт интересов. Даже если его там не видно невооруженным взглядом, то всегда мы понимаем, что есть этот вопрос, когда чиновник и депутат, а тем более чиновник, когда еще и руководитель комиссии, это всегда создает определенные неудобства для работы, прежде всего, чиновника. Поэтому я считаю, что после того, как вырисуется вертикаль этой структуры, когда утвердится на сессии окончательно структура, штатная численность, утвердится программа деятельности этого направления энергоэффективности и окончательно переголосуется состав исполкома, безусловно, я сделаю окончательный выбор и, скорее всего, что ближайшее будущее Омельчук будет чиновником. На ваше место зайдет уже партия знает кто? Ну, там есть же список. Я могу ошибаться, но знаю, что это достойный кандидат, который очень хорошо боролся, взял огромное количество голосов. В принципе, если сравнивать голоса, вы тоже понимаете, что это разные голоса. Но количество голосов, которые набрал оппозиционный блок и все остальные партии. Поэтому это человек с достаточной поддержкой на округе и будет пополнением новым в команду партии нашей. Хорошо. Итак, то, что уже неоднократно выше прозвучало, открывается дорога для реализации программы «Теплый дом», с которой оппозиционный блок вообще и лидер оппозиционного блока в городе Николаеве Игорь Дятлов шел на выборы. Как вы это видите? Вот, а теперь как это все будет происходить? Вот у вас выше прозвучало, что и вот, собственно, программа будет реализация и будет утверждена. Вы же теперь ее будете предлагать? Да. Ну, собственно, она была прописана еще до выборов. Да, она прописана. Вы с ней шли на выборы. Да. Я хочу сказать еще раз о том, что... Тут же теперь мы увидим, насколько то, что было вот, собственно, в ходе агитации предложено, насколько это вообще жизнеспособно. Абсолютно правильно. Наши политические... Ведь, так сказать, политические оппоненты говорили, что это к жизни не абсолютно имеет никакого правильно, отношения. Абсолютно правильно, да. Вы берете фразы с моих ответов. Я хочу сказать, что вот неоднократно же говорили наши политические оппоненты о том, что это там пиар и ничего больше. На самом деле, за такой красивой оберткой, там, баннерами и билбордами, которые висели в городе, стоит серьезная работа разработки ученых и практиков, которые реализовали эту программу во многих странах. Это и европейский опыт, это и китайский опыт, это и отечественный, между прочим, опыт. То есть есть наработки очень конкретные. Что касается технической части, здесь просто блестяще проработана программа. Теперь ее нужно адаптировать в, скажем так, админ сторону этой программы, чтобы она родилась как сессионное решение, принять ее и приступить к выполнению. Я абсолютно спокоен за то, что эта программа пройдет, она будет принята и воспринята всеми, потому что сегодня точечно мы видим в городе, мы об этом говорили и год назад, как люди самостоятельно решают эту проблему. Мы видим, как многоэтажки утепляются собственными силами. Я прошу прощения, в том числе неоднократно в этой студии звучало, что то, что многоэтажки утепляются собственными силами, это люди себе в отдельных квартирах делают более комфортные условия. Да.
Это не энергоэффективность в прямом смысле этого слова. Более того, я хочу сказать, что термосанация ни в коем случае не является единственным элементом, который говорит, что вот теплый дом является там, всего лишь там, утеплением дома. Нет. Что такое теплый дом? Теплый дом – это вход энергоносителя от счетчика и до чердака. Ведь теплопотери, если посмотреть на дом в тепловизор, особенно сегодня во время холодов, мы увидим, что те дома, которые построены еще в советское время, да, вот, они, ну, мало того, что они в принципе уже достаточно изношенные имеют вид, они на самом деле очень большие, проводят большие теплопотери. И если так вот взять по процентному соотношению, то это где-то порядка от 50 до 70% потерь тепла, которые выходят через стены, через подвалы, через незастекленные подъезды, через крыши. Люди, ну, им жизнь подсказала самостоятельно решать, и как-то они утепляют свои собственные квартиры. Но это правильно индивидуально для каждого, это неправильно в корне для дома. Дом должен основательно утепляться, он должен быть отремонтирован, он должен быть, должны быть проверены все каналы поступления и воздухоотводы, и обязательно должен быть теплоноситель соответствующий, который заходит с нужной температурой, а не с той, которая сегодня заходит в наши дома. При том, что теплоноситель заходит с нужной температурой и выполнены все работы, которые говорят о том, что максимально сохранять тепло, поверьте мне, экономия по платежкам будет составлять не менее 50%, не менее. Сегодня кто за это все будет платить? Ну, собственно, тут уже, вот я смотрю, там у наших коллег в интернет-изданиях уже со ссылкой на вас фигурирует некая цифра в 100 миллионов. Да. Поэтому вот так, это будут бюджетные деньги, это будут бюджетные деньги и привлекаться еще какие-то средства, ну, я знаю, там, западных доноров. Угу. То есть как это вы видите, вот, собственно, деньги? Безусловно, программа рассчитана не только на бюджетные деньги, однако без бюджета здесь не обойтись. Я расскажу почему. Нужно разделять, скажем так, два этапа этой программы. Первое – это объекты социальной сферы, которые сегодня у нас в городе с такими же проблемами сталкиваются, как и жилые многоэтажные дома. Если взять статистику, и мы увидим, что жилых многоэтажных домов там, от 5 этажей и выше, ну, порядка 1400 домов в городе. Это достаточно большой объем, и, скажем, утеплить все сразу, безусловно, не получится, никакого бюджета не хватит. Однако, параллельно, взяв статистику, мы можем видеть, что в разные года, за последнее время, услуги по оплате коммунальных платежек, услуг, да, составляют в городе от 100 до 200 миллионов гривен. Каждый год мы оплачиваем счета на эту сумму. Это первый вопрос. Вопрос номер два. Раньше это были субвенции государства. Со следующего года нам четко дали понять с Киева, что это будут проблемы местной власти. То есть вы сами себе отапливаетесь, вы сами за свои... Вы имеете в виду социалку? Социалку. Или... Я говорю сейчас о социалках, я говорю о детских садиках, я говорю о школах, я говорю о больницах и амбулаториях. Мы должны понимать, что тратя колоссальные деньги, ну пускай там не свои, а Киева, уже надо было задумываться об этом в прошлом году, но с следующего года это будет из нашего с вами кармана. То есть мы не доремонтируем крыши, мы не доремонтируем подъезды, внутриквартальные проезды и дороги, а будем платить за коммуналку. Так вот, почему бы нам не сэкономить на этих расходах? Именно этому будет посвящен первый этап программы «Теплый дом». Я вам скажу, что уже сегодня запланировано первых два объекта. Это одна из школ города и один из детских садов, на которых будет экспериментально выполнена вот эта программа «Теплый дом». И мы абсолютно, ну, прозрачно и публично засечем те расходы, которые были до того, как работы провелись, и те расходы, которые будут после. И увидим, я вас уверяю, что мы увидим показатели там, 50% экономии. Сэкономя деньги на оплату платежек по коммуналке, мы эти деньги сможем уже дальше внедрять в жилье. Я прошу прощения, но непосредственно сейчас, по идее, уже так как бы городской совет и соответствующие службы городской его исполнительной власти должны работать над прикидками по бюджету 2017 года. Безусловно. Города Николаева. Эти деньги уже закладываться должны в бюджет. Безусловно, да. Эти уже какая-то цифра должна просматриваться. Я думаю, да. Я думаю, что вот та сумма, о которой я говорил, это минимальная сумма, которая нужна для того, чтобы программа стартанула быстро. Если мы хотим ее растянуть или, там, допустим, завалить, что, собственно, не исключается, потому что вы же понимаете, что, ну, не все в городском исполкоме и совете довольны таким решением событий, то тогда это, конечно, растянется. Но для того, чтобы быстро стартануть, нам нужно, то есть объем порядка 100 миллионов. На 2017 год. На 2017 год. Это вопросы термоаудита, вопросы проектов и вопросы выполнения первых объектов социальной сферы. Вопрос, может быть, не имеющий прямого отношения к теплому дому, но где-то сопредельный.
котельные, которые эксплуатирует Николаев Облтеплоэнерго на сегодняшний день, но уже, собственно, длительный период времени ставится вопрос о том, что это неэффективный, эксплуататор. Вот эта вот история с созданием городской коммунальной энергогенерирующей компании. Угу. Каким-то образом будет на профильного зама замыкаться, или это иные замы будут? Ну, я думаю, что вот объем вопросы сначала тепла, подачи, отопления и энергогенерирующей компании, они, конечно, останутся там за профильным заместителем Валентином Васильевичем Гайдаржи. Но при этом, при всем, я думаю, что мнение профильного зама по энергоэффективности также будет учиться. Я хочу сказать, что почему возникла идея и вообще говорили о том, что это нужно передавать в город, это имущество? Потому что мы столкнулись с колоссальной проблемой по запуску этого тепла. К сожалению, несмотря на заявление о том, что город готов к отопительному сезону, мы с вами понимаем, что город не готов. Например, в моей квартире до сих пор еще плюс 16 градусов, и, к сожалению, и сын, и жена простужены. Вот, именно потому, что такая вот температура. Поэтому город не был готов на 100%, это сегодня нужно понимать четко. Вопрос номер два. Почему мы начали говорить о том, что нам нужно свое предприятие? Потому что у нас тогда была бы возможность напрямую влиять городскому совету и городскому голове, напрямую влиять на вопросы подготовки к зиме. Но, честно говоря, в 21 веке, когда мы говорим про энергоэффективность, вот эта вот колоссальнейшая система отопления города и вообще запуск тепла, она просто, ну, и морально, и физически выглядит, ну, мягко говоря, устаревшей. Конечно, мы должны переходить на более энергоэффективные способы отопления, жилого фонда в том числе. Самый элементарный пример – любой новый дом сегодня, который сдается, он сдается со своей собственной крышной котельной, которая включается по велению там, УСМД, либо управляющей компании, либо еще какого-то органа, который управляет этим домом. И тогда у города не болит голова за то, что в этом доме холодно, либо тепло, потому что жители хотят. Хоть в сентябре включают и выключают себе там в апреле. Для этого, я прошу прощения, как минимум нужно все или большинство многоэтажных домов перевести все-таки в ОСМД. Сегодня, процесс, как мне кажется, процесс, ну, как минимум, идет болезненно. Процесс идет болезненно, но процесс идет, и в конце концов, скорее всего, он придет к какому-то результату. Опять же говорю, не обязательно быть в СМД, можно быть управляющей компанией, которая также это будет делать. Но я говорил немного о другом. Я говорил о том, что вот этот вот монстр, событие-монстр нашей осени каждогодичное, как запуск тепла, на самом деле, ну, в 21 веке это звучит печально. Это наши реалии, мы в них живем и будем жить еще в ближайшие десятилетия точно. Но с этим нужно бороться и выходить. Я думаю, теплоэнергетики профессиональные с вами вот могут уже и подискутировать. Я, собственно, помню, форум. Помню это все. Да. Дискуссия эта ведется не один год по поводу возможности там, индивидуального отопления каждому, либо крышных котельных, либо иных способов отопления, отказа от централизованного отопления. У теплоэнергетиков всегда одна точка зрения. Так дешевле. Дешевле. Знаете, надо... Хоть и монстр, но дешевле. Надо не сокращать свои расходы, а увеличивать свои доходы для начала. Во-вторых, ну, конечно, вопрос дискуссионный. Я думаю, что не в рамках этой программы мы можем об этом поговорить. Но я говорил о другом. Я говорил о том, что когда люди самостоятельно контролируют свой энергоноситель, это всегда эффективнее, чем когда они зависят от какого-то дяди, который включит, не включит, когда выключит, непонятно, когда подкрутит. И, как мы помним, да, прошлое. Более того, все эти теплоносители идут по коммуникациям, которые сегодня не заизолированы. Мы можем наблюдать в наших дворах открытые трубы, которые колоссальные производят теплопотери, и энергоноситель заходит в дом уже гораздо ниже температуры, чем он должен быть. Проходя по системе отопления дома, он еще теряет температуру, в итоге мы трогаем наши батареи, и они чуть теплее, чем комнатная температура, в принципе, ПО. Это все, что, ну, мы живем же с этим каждый день. Хорошо, ну, в принципе, понятно, что потенциальный заместитель городского головы по вопросам энергоэффективности, ну, уже так включился в работу. Да, два дня уже без остановки, можно сказать. Хорошо. Ну, остается только пожелать, чтобы все, о чем, собственно, все, что было сказано, ну, я не знаю, на этой неделе, все, что было сказано в этой студии, все-таки было реализовано. Все-таки было реализовано. Спасибо. Живем мы в такое сложное время, что вот, как говорится, от слов к делу, там есть некая дорога. Александр Мальчук, депутат Миколаївської міської ради, представник фракції партії «Опозиційний блок», будь нашим гостем та відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. Дякую. До бачення.